Доброго времени суток. Продолжаем. Так, ушли мы с Агропрома. Патрона у нас йог. Остались только на Ксюху. Ладно. Пойдем тогда через санаторий. Кишку. К Сидору надо успеть зайти. Мы не идем, да? Ясно. Нам надо зарядить аккумулятор. Сдать то, что мы взяли. У нас есть три калаша. И... Ты как ты устал. Мы выполнили задание Шерстюка, сдали их. Сдали задание одно майору Думенко. Он дал нам еще одно на документы, которые пропали с группой военных в пешке. Но это будет чуть позже. У нас пока ни патронов нет, ничего, чтобы идти туда. Сильно перегружены. Да что ж такое? Ах ты, зараза такая. Как ты так заспавнилась? Блин, к кресту не подойдешь, да? Обалдеть. Ну просто супер. Зараза. Да, еще не забываем, мы выйдем в пешку. Нам надо смотреть артефакты. В пешке после выброса мы еще не были. Да что ж такое. Хотелось бы, чтобы здесь нас не встречали. На переходе. Ай-яй-яй, ага. Не встречали, как же. Я понял. Тихо-тихо, парни, тихо. Идите нафиг. Да-да-да-да. Мочи. Да иди ты в пень, только поел же, ну. Так, отличненько. А вот идите туда. Мы еще глухие после. Да, бедро не залетает. Это нож. Что за нож? Блин. Все поменяем. Хотя они особо убитые. Там собачек профукали. Чего? Чего? Блин. Не влезает. Ладно. Мы течем. Нас укусили. Ну, мы сейчас скинем оружие, броню, и нам станет полегче, конечно. Но что-то ему не сильно хорошо. Да. Да, как она улетает, а? Блин, она картонная, что ли? Ксюха, это сколько я с нее пострелял-то? Чуть-чуть.
У нас есть ящик. Крыса. Зараза. Капец. Граната. Граната — это хорошо. Граната нам нужна. Да убирайся. Где ты там? О. Братан, ходи, ты мне нужен. Так лечит, ладно. Да вот, гляди, 10 тысяч. Хорошо. Калаши вообще не стоят, да? Блин, капец. Блин, ладно. 148 на развитие тебя ставим. Так. Давайте остановлю пока запись. Секундочку. Идите. Тут пробежался чуть-чуть. Нашли колючку. Второго, да, на? Скажу. Больше ничего. Вот она, колючка. Пойдемте в кишку. Нам надо пожрать купить. Кишка. Смотрим артефакты. Эу! Видим только аномалии, да? Опа-на! Бюрер. Ага, это задание, да? Кишку, документы. Бюреры здесь стоят. Короче, нам надо готовиться к бюреру. И еще будут люди, наверное, да? О, монстрики. Так, ну, по крайней мере, артефактов я не вижу. Ладно. А, ты что, меня видишь уже, друг? Не надо? Как ты так меня заметил? Офигеть. Злостный тип. Ты кидается чем-то, ты что? Давайте, наверное, аптеку примем, потому что мы так долго будем лечиться. Бедный артефакт нас не вычухает. Так. Устала. Бывает. Так, лечимся до фулочки, пусть уже догоняет артефакт до фулки на здоровье. Потом перекинем на буст. Не вижу, по крайней мере. Прячут от меня артефакты. Жарко. Где ты там? А вон она. Это я нифига не вижу артефактов.
Собака. Собакин, ты агрессивный? У меня патронов мало. Ты чё? Ну? Дашь уйти? Хочу с вами стреляться, у меня нет патронов. Собакины. Живи. Да, ну не говори только. Не надо. Да? Миром разошлись. Хорошо. Ладно. Уходим, пока не передумали. Нет артефактов. Ну что ж такое-то? Большая сильная локация. Должна быть хотя бы парочка. Я понял. Так. Сейвимся. Идемте. Поболтаем с нашим. О. Игнат, друг. Что ты там смотришь? Нет там ничего. Здорово. Что слышно? Кабани копыта. 8 штук. Сейчас глянем. Сейчас глянем, дружище, подожди, у меня где-то были. У меня их много было. 6 штук. Идемте охотиться. Братан, а у тебя кабаньих копыт нету? Нет. Ладно. Так, у нас кабанчики здесь по пути. На эту самую. На заправку, да? Идемте посмотрим. Можно увидеть здесь на кабанчиках. Может, там куча ножек. Что у нас еще останется? Упыхался. Эй, запрыгивай. Че не прыгаешь? Братан. Блин. Оп. Где наши кабаны? Кабаны! О, кабан. Это вы далеко так. Ого, я туда не попаду. Вот свинтус, а. Это ж тут тусовались. А ты специально, да? Кабан. Не хочу я с вами близко встречаться. Вы злые. И фоните сильно. Да где ты там, блин? А, попал. Иди сюда. Да ты чё, кабан? Офигеть вы, вонючки. Да иди, иди. Видите, прибежали вот уже. Да у меня так патронов на вас не хватит. Хорошо. Скуны, уходите. Я вас не звал. Да ёпарас, это ну зачем? Ну да, да, да. Блин, один. Патронов нет. Нет ничего. Пушка на себя есть что-нибудь? Ничего. Ну даже сюда не подходи. О, есть. Одна. Блин. Блять, этот Лёх вообще капец. Его перевернули. Ничего. Здорово. Ничего. Да вы шутите?
Капец, 4 кабана. Ой-ё. У меня обойма осталось 30 штук. И что там куча тушканов? Одного копыта не хватает, алло. Ботны. Блять, ну ты издеваешься. Кабаны. Четверо. А это что, дохлый тут? Ух ты, не, их не четверо? Вот это попал. С кем они там дерутся? А, химера! Да иди ты! А вы разбежались, алё! Блин, я вообще не докинул, я понял. А, Дима, блин, я гранаты все выкинул. Откуда здесь химера? Ну-ну-ну-ну. Бедро залетай здесь уже. Бля, какой же ты вонючка. 3 патрона. Химера мне здесь вообще никак не надо. Есть копыта. Валим. Да. Других даже не посмотрел. Дай хер на него. С химером мне как-то не того с 3 патронами воевать. Один на ПМе, один на ТОЗе и 3 на этом самом. Крутяк. Крутяк, да. Супер. Че по времени? 7 часов. Мы еще к Сидору успеем сегодня. Ну, должны, по крайней мере. Как хотелось бы. Что ж ты так задыхаешься, это друг? Собираем все. 3 головы. Блин, сдохнет это. Хвост. Псевдохвост. Где ты делся? Алло, дядька. Привет. Так, что слышно? Так. Вот кабани копыта вроде никому особо не нужны. Так, короче, он просит, нужно сразу штук 8. Да посвежее, дай ты посвежее, дети, посвежее. Предлагает 20 тысяч наличкой или контейнер для 8 артефактов, упаковка батареек и 5 аптечек. Ну все, давайте. Есть. Отлично, чем тебе отблагодарить? Деньгами или возьмешь снарягой? Снарягой. Зачем нам это 20 рублей, конечно. Снаряга возьмем, нам вообще снаряга нужна, и контейнер нужен тоже. Хыч, отлично. Хочу колбасы. Головы тушканов, хочу колбасы. Вот. Кошачьи забирай. Хочу колбасы, вот слепого пса. Слепого пса, слепого пса. И что, сколько ты... Все, да? Кончилось? Ну ладно, хорошо. Отлично. Так, отлично. Забираем.
Так, сохраняемся. Да, погнали дальше. Того. У нас по хавчику. Ну, нормально. 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 Вот только артефактов нету. Мне надо подальше держаться от всех. У меня патронов нет. Вот чё. Во всем по одному. Нет, в психе три. Давайте, наверное, устанемся. Так, у нас два контейнера, да? Ой, так. Да, хорошо. Два контейнера, это хорошо. Ни хрена не вижу. Это парни вот ходят, пылесосят здесь все. Парни, вы... Не-не-не, я туда не хочу. Там псевдо. Да? Кто-то там бегает. Ладно. Так. Бежим в сторону кордона, да? К Сидору. Сегодня надо выспаться хорошо. Потому что мы стали по будильнику. Вернее, нас разбудил выброс. Теперь у нас есть батарейки, аптечки. Аптечки, правда. Такое дело. Но тоже иногда без аптечек тяжело. Открой, ничего нету, да? Блин, главное, чтобы... Ничего нету, блин. Нигде ничего нет. Пацаны, а вы патроны не продаете? Спички. Вот как вернемся. Спички. Кто жив останется? Чё? Натана, ты продаешь патроны, нет? Нет, на что-нибудь. Нет. Сохранимся, пойдем дальше. А стоп, выкапнем вот эту. Погнали дальше. Этих зеленых. А, да, нам не надо. У Сидора не забыть нож купить. Вергасу куча дел. Починить надо все. Здесь же должны быть артефакты. Ну вот как так-то? Привет, парни. Киньте в ящичек десяток дроби, а, парни. Пожалуйста. Привет. Понял. Не вопрос. Ты вообще не трогаешь, да? Ладно. Да, спасибо. Давайте сохранимся. Просто я смотрю. Там кабаны и тушканы. Я же все равно, даже если там артефакт будет лежать, я его не заберу. Мне их отцелять нечем. Капец. Так, вот и тушканы. У, толпа. Каем. Давай-давай-давай. Погнали. Надо. Так. Попудово там собачки будут. Они так нужны. Друг, привет. Так все лежишь, да?
Мали. Нет собак? Странно. Это жарко. Точняк. Ну, хорошо. Просто нет. Вот и артефактов нету. Что-то как-то не сильно. Ладно. Нет тут ящичка, нет? Дядька, привет. Уходим. Так, снять артефакт. Уходим на кордон. Приветствую! Давай поговорим! Тихо. Да, давай побазарим. Блин. Два хвоста бери. 19, да, ну давай. Щупальца кровососа, 73. Давай еще щупальца. Хорошо, ну еще. Все, да? Ну хорошо. 150 друби. Капали у него. Можно зарядиться. 160. А так дает сотку всего. Хорошо. Упс. Что у нас там осталось? Так, такое. Вот кабаньих ног у нас нету, да? Стоп, а мы же здесь тоже после выброса не были, да? Или были? А, мы с кордона шли. Правильно, были. Там кабанчики с ума сходят. Тихо, 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 тихо. О, вот чего у вас так много? Давай. Да ты зараза! Перегородила дорогу. Она. Интересно, конечно, скакануть. Упс. Идите с кабанчиками разбирайтесь. Девки, не досуг с вами. Кто у нас телепортик может закинуть? Хотя нам сейчас никуда не надо. Нам бы к Сидору. Блин, 45 минут осталось. Ты чё, блин? Чё? Ух ты, блин. Чё? Ты в чём, девка? Фига себе, блин. Слушай, устал я. Не до разговоров мне. Да не бузи. Давай торговать. Понял, водка и бинт. Отлично. 4000 водка. Офигел. Понял. А где все? Понял. Привет. Понятно. Ничего нет. У Сидора закупаемся, снаряжение. Отдыхаем и в поход. Вернее, отдыхаем до утра. Белобрысы.
Здорово. Далее, далее. Лукаво говорит. Корень, я сделаю проход за рождение за 7-10. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю. А я за 6. Давайте сохраняемся. Заодно. Я себе думаю, как это он собирается осуществить. Ну, говорю, давай, действуй. А этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлёп её под забор. Красавчик. Чё тебе? Толку-то? Сидору давай, нет, к тебе нужно сохранить, нет, просто открой. Играть тихо-тихо, привет, Сидор. Так, сейчас выкладываемся. Какой мой... Ой. Хорошо. Доктор, а что хорошо-то? Хорошо, что не у меня, да? Так. Так, один контейнер. Подождите, сейчас разберемся, какой из них будем убирать. Сидор. Я туда, Сидорич, мне тут флешка попалась. Так. Выкинь, мне хлам не нужен. Я не предлагаю. Как думаешь, если флешка долго провалялась, можно с нее что-то прочитать? Может с нее что-то прочитаться? Сможешь мне посмотреть, что там? У тебя же комп под рукой. Ты не врубаешься. Я же сказал, хлам не нужен. И это не комп. А тоже хлам. Барахло китайское. Вергас смотрел. Говорит, порт какой-то там сгорел. Мне от шустрого флешку тоже надо было срочно читать. Хватился, а никак. Пришлось на болото... гонца надежного посылать. Так что это не ко мне. Флешку отдает, извини. Так, я же не в курсе. Так, иди сюда, Сидор. Вызывал, что ли? Так, ты же на агропром упилил. Вроде, разве нет? Меченый, ты повнимательнее сообщение читай. Мало ли так, понятно, это... Так, мы приносим ему информацию. Нашел я альбомчик. В нем срочник, про которого я рассказывал. Прятал бумажки. Так тебе интересует, так тебя интересующее, но заложил листы между фотографиями, так что все в целости и сохранности, хоть и переложил, пролежали в сырости, в подвале одном, держи. Так, так, да, интересно, не совсем то, на что я надеялся, но все же, надо будет посидеть, покумекать над всем этим. Ступай пока, да альбом этот забери обратно, лишняя макулатура мне без надобности, и так... девать уже некуда. Так, дембельский альбом вернул. То вот так просто ступай. Я, между прочим, жизнью рисковал. Писульки эти для тебя добывал. Так, дает патрончиков. Ладно, не прочитай. Прими вот кое-что в благодарность. Раз ты весь из себя такой крутой и сумел справиться с этим поручением, то загляни в бар. Тамошний торговец, бармен, тоже не откажется от помощи толкового сталкера. Я его предупрежу. Да и долгарям на блокпосту на всякий случай маякну, чтоб пропускали тебя без заминок. Да еще, если мало ли тебе в руки попадется другие похожие документы, тащи мне. Хорошо заплачу. Все, иди, теперь мне подумать надо. Так, 3 аптечки дал, патронов 60 штук. Обалдеть. Так, а ну давай еще раз про работу. Нету, да? До выброса сколько? Убираться, как говорит облегчение. Через день, может, больше. Мало не покажется. Так, хорошо, давай поторгуем. Что у тебя есть? Так, патрушки есть. Патрушки — это хорошо. Нам патрушки надо будет. Так, берем тогда патронов. Ну, это зверье отпугивает только, да? Блин. Давай эти. А, нож. Нож нужен, точно, все. Так, а все остальное нафиг надо. Неплохо. Отлично. Бывай, Сидор. Ну, будет еще, заходи. Хорошо. Будет. Наверное. Верно будет. Так, ножи, дембельский альбом. Пока выкладываем. Это зарядится. Так. Нам надо... А что нам надо? У нас уже тут все завалено, да? Беда, проблема. Надо что-то убирать. Так, 8 артефактов, да? Контейнер. Надо что-то прятать туда. 4. Алин Капевич.
Куда спрятать-то? Так, давайте сохранимся. Я подумаю, что спрятать-то. Сколько время? Без 10, я думаю, успею. Давайте, наверное, на сегодня закончим. Мы выполнили задание. Сидору сдали. Здорово. Бумажки с Агропрома. Ну, кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, до следующего видоса. Всем пока.